Здесь Гурдев рассказывает, как однажды Гуру Говинда с вами, он приехал в Бхуванешвар из Европы. Он путешествовал, проповедовал в Европе и вернулся. Это было за несколько дней до Джанмаштами. И он начал говорить таким образом. Это хорошо, что вы с таким энтузиазмом готовитесь встретить Джанмаштами. Но чтобы сделать Джанмаштами успешным, чтобы вообще как-то принять участие в Джанмаштами, сначала надо принять участие в дне явления Баларамы. Почему так? Потому что без милости Баларамы никто не может связаться с Кришной, с Бхагаваном. А не обретя связи с Кришной, мы не сможем ощутить красоту Кришны. Как вообще обрести связь с Бхагаваном, с Кришной? Только став слугой, только приняв служение. И так, таким образом, мы можем увидеть красоту Бхагавана Кришны. И тогда не будет нужды в какой-то материальной красоте. Поэтому нам надо связаться с Кришной, с Бхагаваном. Иначе мы будем привлекаться майей. Мясник, он убивает животных, и его вообще не вдохновляет красота, красота Кришны, потому что у него нет никакой связи с Кришной. В соответствии с тем, насколько мы связаны с Кришной, мы можем ощутить эту красоту Кришны. Бхакта всегда связан с Кришной и всегда наслаждается, он всегда ощущает эту красоту Кришны. Он не смотрит на майю. Мне интересна эта иллюзия, майя. Все, что мы видим за пределами храма, ну или по-другому, все, что мы видим отличным от Кришны, все это не красота, все это иллюзия. Все эти прекрасные творения, как нам кажется, все это разного вида иллюзии. Если человек принял настроение преданного, он сможет ощутить красоту Кришны. Если не принял настроение бхакты, то никак не воспринять эту красоту Кришны Бхагавана. Глупец, негодяй не может понять, как Кришна является Верховной Личностью Бога, как Он обладает Верховной Красотой и как это все подтверждается в Писаниях. То есть даже изучая Писание, он не увидит. Баларама приходит сюда как бхакта, Лакшман приходит сюда как бхакта, Адвайта Ачарья приходит сюда как бхакта, Нитьянанда Прабху приходит сюда как бхакта, Гададхара Пандит приходит сюда как бхакта. Это все необычные дживы. Почему они приходят сюда как бхакты? Чтобы ощутить нектарную красоту Кришны. Так они погружаются в сладость Кришны. Настолько, что они вообще ничего не хотят знать, кроме Кришны, Бхагавана. Как вообще ум может привлекаться материальной красотой? Такие мысли приходят у них. Став бхактой, человек поймет, ощутит это. Поэтому бхакта более великий, чем Бхагаван. Бхагаван, он не может ощутить свою красоту. Он не может ощутить полное счастье. Ну, так говорится, объясняется, что он не полон, потому что у него, он не может понять, сколько много счастья обретает Радхарани, когда служит ему. Почему так происходит? Потому что он объект любви, он объект служения. Он не может понять, что испытывает, какое счастье испытывает обитель любви. То есть тот, кто дает ему эту любовь, это служение. Поэтому человек обретет высочайшее счастье, став преданным, слугой Кришны. И поэтому сам Бхагаван Кришна пришел как преданный из-за ощущения этой неполноты. Кто является мула-бхактой, изначальным или главным бхактой? Это Баларама. Это второе тело Кришны называют Баларама. Баларама — это мула Санкаршана.
из него уже исходит Маха Санкаршина. А из Маха Санкаршина исходит Маха Вишну, который создает уже все, все, что тут мы видим. Тысячи клобуков у Ананта Дева. И этот Ананта Дев исходит из Балагамаджи. Ананта Дева — это наделенное полномочиями воплощения Господа. Лишь одной головой он поддерживает целую Вселенную. Все экспансии, они исходят от Бхагавана Шри Кришны. Балагамаджи в форме Шеши устраивает все необходимое перед тем, как Кришна он приходит сюда, в этот мир. Если мы будем следовать за Балагамаджи, то мы сможем принять участие в Джанмаштами, в Кришна Джанмаштами. То есть мы сможем все подготовить для его явления. То есть все устроит для того, чтобы Кришна явился в нашем сердце. Все экспансии, частички, аватары, все, все исходит от Кришны, от Бхагавана. В Двапара-югу Балагама приходит как Амша. В Трета-югу тот же Балагама приходит как Лакшман. Вот это положение, положение преданного, оно всегда высшее. Шастры говорят, что никто не велик, так как Кришна. Но что делает Кришна? Он говорит, что мой бхакта более великий, чем я сам. Почему он так делает? Потому что бхакта, он может ощутить красоту Кришны. Но без милости преданных нам не понять, не воспринять эту красоту Кришны. Поэтому нам нужна крипа, нам нужна милость. Или иначе говоря, если мы не поместим Балагамаджу в свое сердце, мы не сможем поместить в свое сердце Кришну. Не получив милости Балагамаджи, мы не сможем увидеть Кришну. Что вообще делает Балагама, Баладеваджи? Почему надо просить его первым о милости? Потому что вот эта лиана бхакти, это нежное деревце бхакти, оно не будет расти в нашем сердце. Из-за того, что земля или это сердце, оно жесткое, неплодородное, каменистое. Пока не вспашут эту землю нашего сердца, не будет урожая. А Балагама, он Санкаршина, и он плугом обрабатывает наше сердце. Он перешел из лона Деваки в лона Рахини, поэтому он Санкаршина. А зачем, почему он не явился сразу, как сын Рахини, это же его изначальная мать, ну, вечная мать, так скажем. И это для того, чтобы подготовить место для явления Господа Кришны. Сердца обычных людей, они не подготовлены, не вспаханы. И в таком необработанном сердце не будет расти лиана любви к Богу. Поэтому нам нужна милость плуга Баладева, Балагамаджи. Тогда только мы сможем увидеть Кришну в сердце. Тогда только вот это произойдет. Прайманджана чурита бхакти вилочанина. Сантах садайва хайдаеш вилокаянти. Когда плуг Балагамаджи пройдется по нашему сердцу, тогда только мы сможем видеть красоту Господа Кришны, которая превосходит красоту миллионов и миллионов купидонов. Кандапха, Коти, Камани, Авишеша, Шопхам. Что происходит? Даже преданные. Преданные здесь очень слабые. И обычные люди, они также очень слабые. Нет сил преодолеть Майю. Майя могущественна здесь. Как же нам, слабым, выбраться из оков Майи? Все люди в этом мире, посмотрите, они стараются быть сильными, стараются обрести какое-то могущество, власть, деньги. Для этого они хорошо едят, они принимают какие-то витамины. Да, мы видим, сейчас много пищевых добавок придумано, чтобы сделать, ну, обрести силу, физическую силу. Много всего делается, чтобы обрести какое-то могущество, силу. Но что говорит нам Махапрабху? Он говорит: «Тина тапи суничина таро эва сахишнуна аманина манадина». Нам надо склонить голову, не надо задирать голову. Надо стать смиреннее травинки. И в то же самое время нам нужна сила. Все, все исходит от Бхагавана, от Кришны.
И у нас нет квалификации служить Бхагавану Кришне. А не служа ему, мы не сможем воспринять его красоту. Но Кришна, он не хочет, чтобы мы служили непосредственно ему. Он хочет получать служение от преданных, принявших прибежище у его близких, у очень дорогих ему спутников, которые находятся рядом с ним. У нас нет права служить Кришне, пока мы не получим милость этих дорогих преданных Кришны. И первая экспансия Кришны – это Баладеваджи. Если мы получим милость Баларамаджи, тогда только мы сможем служить, и иначе никак. То есть прежде Вайшнава Сева, и затем уже Кришна Пуджа, потом уже это Нама Санкиртана. Таков путь. Иногда возникает вопрос, почему Бхагаван он давал духу страдания бхактам, своим близким преданным. Допустим, Прахлада Махарадж много страдал, Друва Махарадж много страдал, Харидас Такур. Для чего это происходит? Для чего мне в моей жизни он дает какие-то беспокойства? Для того, чтобы я мог понять, что эти страдания, они вообще мне не нужны, что это не надо мне. Потому что тогда я начну спрашивать, а почему? Почему я страдаю? Я же частичка Бхагавана. Я Сатчитананда Виграха. Почему я страдаю? Этот материальный мир, он содержит Дукху. И мне это не надо. Мы ищем вечное блаженство. И как его обрести? И через некоторое время я смогу понять, что служа Бхагавану, я обрету очень много счастья. Такое заключение придет к нам, когда Баларамаджи, Баладеваджи прольет милость на нас. Мы поймем, что сила, которую мы ищем в материальном мире, вовсе не нужна нам. То есть все, чего я тут пытаюсь добиться, даже в обществе преданных, оно вовсе не нужно. Не нужно тут ничего добиваться. Нам нужна сила милости Баларама, Баладеваджи. И что даст эта сила? Майя будет побеждена. Сейчас у нее много силы держать нас. У нее много инструментов, возможностей. Говорится, дайви хеша гуна май, мама майя дуратея. То есть она дайви, она божественная, могущественная. Он говорит, Кришна говорит, майя — это моя энергия. И как же нам преодолеть эту иллюзорную энергию? Без его милости, без милости Бхагавана. И милость, эта милость Бхагавана исходит от Баладеваджи. Так мы можем освободиться от майи по милости Баларамы и принять участие в Кришна Джанмаштами. То есть Кришна явится. Мы сможем навсегда поместить Кришну в свое сердце. Десятью способами Бхагаван Баларама служит Кришне. Он служит Кришне как зонтик, как тапочки, как подушка, как украшение, как шнур, как трон. И проявление Баларамы — это Гурудев. Не получив милости Гурудева, нам не обрести Говинду. Нам даже не удастся принять участие в неявлении Говинды. Джива — живое существо, не шактика. Нет никаких энергий в Дживе. Очень маленькая, незначительная. Нет никакой силы. На самом деле даже травинку не может поднять Джива. Если Баларамаджа заберет силу, ничего вообще не сможет сделать Джива. Все энергии исходят от Бхагавана. Есть одна история. Бхагаван решил испытать полубогов и отправил своего человека, Брахмана. И Агни увидел этого человека, да, он там проходил. И этот Брахман, он сидел, он сказал, подойди, кто ты такой? И тут я Агнидев. Ну а что ты можешь, Агнидев? Я могу вообще все сжечь в пепел. У тебя так много шакти. Да. Ну хорошо, да, Агнидев, давай, сожги вот эту травинку, пожалуйста.
И Агнидев, он прилагал все силы, он старался сжечь эту травинку, но ничего не получалось. В итоге он просто ушел. И он рассказал об этом Ваю, богу ветра. И Ваю заинтересовал это все. Но он пришел в это место, пришел к Брахману. И Брахман спросил: кто ты такой? Я бог ветра. Я Ваю. А что ты можешь? Я могу все благодаря моим шакти. Но а можешь ты сдуть вот эту травинку? Конечно. И он старался изо всех сил, он старался сдвинуть эту травинку. Ничего не получилось. Он ушел, и в итоге он рассказал Индре. И когда Индра пришел, то этот брахман исчез. Тот, кто не ищет Крипы Баладева, тот ищет Майю. Бхагаван, он все время старается освободить нас от анат, он старается освободить джив от анат. Он старается очистить вот эти джунгли, которые разрослись в нашем сердце. Ну, вот. Там много, на самом деле, нежелательных растений, много камней. Ну, мы думаем, что мы такие хорошие, да? Ну, вот я думаю, это такой хороший преданный, так все хорошо делаю. Много-много камней, много всего в этом сердце прячется. Много растений растет. Я хочу быть каким-то преданным. Я чем-то, кем-то хочу все время быть тут. И поэтому это как джунгли. И Балагаван же хорошо обрабатывает сердце. То есть он хорошо убирает эти сорные растения, пашет эту землю, убирает камни. Для того, чтобы лиана любви, она могла расти в этом сердце. Любовь к Кришне – это цель для всех людей. Это главная, единственная цель для всех. Говорится в Ведах: «Асатамасат гамайо тамасамаджа тих гамая». Позвольте нам идти к истине, выйти из невежества. Позвольте нам идти к свету, выйти из тьмы. Поэтому преданные просят Балараму явиться, чтобы Кришна смог явиться, проявиться в нашем сердце. Человеку надо молить Баларамаджи. Ему надо молиться о милости Гурупада Падму, чтобы он смог участвовать в Джанмаштами, в итоге обрести безграничное счастье. Это из лекции Шишипад Чайтанья Чандры Прабху, 16.08.2008 года.